Новый мурал «Это по любви» украсил фасад дома номер 28 на улице Дачной. Он посвящен 65-летию студотрядов. Девушка-вожатая и парень-строитель несут свою любовь через труд. Автор произведения Сергей Маверский, художник, создавший 15 муралов по всей России. Рассказывает, что идеи для новой работы он искал среди бойцов студотрядов. Получилось так, что хотел поучаствовать, списался с стройотрядами. Они, скажем так, дали какие-то свои пожелания. Вот. И потом мне получилось найти фотографию кузбасских ребят с стройотрядов. То есть за композицию взяты они. Они потом себя узнали на этой фотографии, да, написали. На самом деле, сначала думал, что будут какие-то претензии, возможно, но они были рады на борту. Студенческие отряды развиваются и сейчас по разным направлениям работы. Это не только стройка, как мы привыкли слышать про студенческие отряды, но и проводники, вожатые, сервисное направление, обработка рыбы и многие другие. В отрядах по-прежнему можно получить свой первый трудовой опыт, первую зарплату, найти друзей и любовь. В числе первых новый мурал увидел командир ветеранского отряда Сергей Полетаев. Рассказывает, что вместе с другими волонтерами он восстанавливал женский монастырь, помогал на Грушинском фестивале, посетил первый слет ветеранов-добровольцев в Барнауле. А в этом году вместе с другими бойцами студотрядов отвез гуманитарную помощь в Донецк. Студотряды были частью жизни Сергея еще в юности. Тогда он работал на стройках в тайге. Желание увидеть друзей своей молодости привело мужчину в ветеранский отряд. Желание возникло просто встретиться со старыми друзьями, вот, те, кто были в отрядах, вот, мы встретились в нашем отряде не только из «Витязи», которые были организованы в 79-м году, у нас есть и из других отрядов. В общем-то, просто общение и, знаете, бодрость духа, жизнь кипит, все произрастает, а когда с молодыми общаешься, так и дальше жить хочется. Самарский мурал был создан в рамках фестиваля уличного искусства «Форм-арт» и вошел в десятку лучших работ всероссийского конкурса в номинации «Труд крут». Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События.